Бизне Аллах хидаятка күндерген, күңелләребезге иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ субхана ва тааляга хамд сана мактауларыбыз. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең төреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Гасылланып, тәһарәтләнеп, фасау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыгыз, кытылуга ашыгыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы күркәм, якты, чиста, җылы мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Мөбарәк булсын яңа башланган айларыбыз. Рабиул аввал айының беренче җомгасы җөмлә безгә Аллаһ тәала мөбарәк булсын. Аллаһ тәала киләчәк айларында саулык, сәламәтлек белән илкен тынычлыгында күргә Аллаһ тәала насыйп әйләсен. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, алхамдулиллаһи раббил аламин. Уяндык, ашарга ризыгыбыз бар, хавабыз тыныч, ләкин күңелебез тыныч булмаса да. Аллаһ субхана ва тааляның барлыгына, берлегенә, китапларга, пәйгамбәрләргә, фәрештәләргә һәм башка нәрсәләргә иман китергәнбез. Шушы әйберләргә берсенә иман китереп, икенчесенә иман китермәсәк, ул вакытны иманыбыз зәгыйф була һәм бетерне имансыз да булуыбыз мөмкин, Аллаһ сакласын. أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. من شوشة كلمة كلمة شوشة سوزلر كشكنا دانك قرق فرزنا إيرت كنري ده خزر عضنا إيرت ميلر قيبر لر بلا قيبر لر أبي بابا لرنا نتكنر أي إن برنشسة أمنت بالله وملائكته الله نبر لغنا برلغنا إيمان شندم Айя иң беренче Аллаһа ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи, фәрештәләргә, китапларга, Инҗил, Забур, Таурат, Коръан, фәрештәләргә, нинди генә фәрештә булса да, аларны Аллаһ Таала һәр берсендә үзенең бер тәкъдире белән, үзенең бер ирадасы, теләге белән җибәргән. Айя олы-олы пәйгамбәрләр, фәрештәләр турында ишеткәнебез бар, шуларның Газраилне ишетәсебез дә килми, нигәдер. Әйе, Исрафил деп исем кушалар, анда Джабраил деп исем кушалар, ләкин берсенә дә Газраил деп исем кушмыйлар, хәтта баласына да. Кушса да була, ләкин Газраил дигән саен үлем искә төшә. Әйе, Аллаһның пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иман китердек, Гыйса алейхиссәламгә, Муса алейхиссәламгә иман китердек, вал кадр хайри ва кутубихи вал кадр хайрихи ва шәррихи мин Аллаһи тааля. Һәм тәкъдиргә. Тәкъдир дигән сүз бу язмыш. Урыша әйтмешли предопределение судьба. Менә шушы предопределение судьба язмышка кемдер иман китермәсә һәм вәлбәгсе бәғдәл мәут үлгәннән соң түрегелүгә иман китермәсә бөтенә имансыз була. Кайбер кеше әйтә, менә мин инандым, Аллаһыга инандым, пәйгамбәрләргә инандым, поверил и в пророка, и во Всевышнего, и послание книги, и во всех ангелов поверил, но жизнь после смерти, загробная жизнь, у меня есть сомнения, деп айты икән, шушы шиген белдерде икән, ул кафир була барбар. Ни файда синең Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китереп, айе намазлар укып, уразалар тотып, айе харамнан тыйылып яшап, үлгәннән соң төрлегә иман китермәсәң, ни файда? Иманыңда ни файда? Нәкъ шулай ук тәкъдир турында. Менә шушы бүгенге кыска гына вагазымны тәкъдиргә, судьба, предопределениегә багышлыйсым килә. Ва ма тәүфиқи илля мин индиллаһи алийил газим. Бик күп сөйләп була тәкъдир турында. Кемдер әйтә, вот вы говорите, имамы, муллы, что Всевышний предопределил. Если мне предопределенно, предопределил Всевышний две цистерны водки выпить, пока не выпью, наверное, не закончу. Астагфируллах. Юк, Аллаһ Тәгалә алай димәде, Аллаһ Тәгалә харамга тартмады. Аллаһ Тәгалә менә монда халал, монда харам диде. Миғраҗ кичәсендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм каршына сыт куйдылар һәм шарап куйдылар, вино куйдылар. Пәйгамбәрбез шунда сайлап алды сытны. Аның тамчысы да харам диде Аллаһ субхана ва тәгалә Коръан Кәримендә. Әйе, шайтаннан килгән әйбер диде. Ә кемдер үзенә шушы аракыны ишер өчен, тәмәкесен тартыр өчен, хатын-кызлар белән зина кылыр өчен, значит, мне Всевышний вот так предопределил диде, шушы эшләрен дәвам итә. Юк, Аллаһ субхана ва тааля беркайчан да, әйе,
Ләкин синең қашан туашағыңны, кім болашағыңны әзәлидән инде без дөньяға килгән чук Аллаһ субхана ва тааля алесту би раббикум, мин сезнең раббыгыз түгелме дигәч, без барыбыз да ләсә дидек, бәлә, әйе, син безнең раббыбыз дидең. Дөньяда шушы сүзне әйтмәсәк, ахиретта батсында әйтәбез, чөнки алдын әйтелгән инде ул сүзләр. Нәкъ шулай ук, мөхтәрәм газиз кардәшләр, тәкъдиргә иман китермәгән бәндә, тот человек, который не поверил в предопределение и в судьбу, он тоже считается кафиром. Шуның өчен Аллаһ субхана ва тааляның Коръан Кәримендә кайбер аятларгә туктыйбыз. Аллаһ субхана ва тааля әйтә, Тәүба сүрәсенең 51-нче аятында: "Кул ля юсибана илля ма катаballahu lana, хуа маулана ва аллаһи фалятаваккалил муъминун". Кул, бетенегез дә беләсез нәрсә дигән сүз. Кул, скажи. قل هو الله أحد الله تعالى بر قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل ديجان سوس سكاجي الله تعالى بيغمبر جايتا أيد بندلر جا قل لن يصيبنا لن это буква усиливающий глагол не просто يصيبنا لن يصيبنا البت البت وإستنو وإستنو ديجان سوس шушы лән килде икән, әннә дигән хәреф килде икән, Аллаһ Тәгалә шушы киләчәк җөмләне, киләчәк фигыльне, глаголны усиливает. Никаких сомнений не должно быть. Лән юсибана. Никогда не постигнет нас что-нибудь. Безгә бернинди нәрсә ирешмәс. Башыбызга бернинди бәлә килмәс. Башыбызга бернинди шатлык килмәс. Илля мә кәтәб Аллаһу ләнә. Килде исә, Аллаһ кушкан нәрсә генә булыр. Аллаһ кушмаган нәрсә булмас. Скажи, не постигнет нас ничего, кроме того, что начертал нам Всевышний Аллаһ. Аллаһ безгә аны начертал, Аллаһ Тәгалә безгә язып куйды аны. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, кайбер кешеләр, әйе, юк, менә тегеләй әйтик, булай әйтик, булай әйтсәк ничек булыр икән, тегеләй әйтсәк ничек булыр икән, Аллаһ кушмаган нәрсә булмас. Аллаһ хушмаган нәрсә булмас. Кул ма ша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Әзрәк гарабиятны белгән кешеләр моны белергә тиешләр. Белмәсәгез хәзер шуны дәрес шикле яратабыз. Ма ша Аллаһ. Ша Аллаһ. Аллаһ то, что пожелает Аллаһ, кана сбудется. Ва ма лам яша то, что Всевышний не захочет, лам якун не будет. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, әйе, менә шушы фетнә вакытында яшибез. Живем во время смуты. Кемдер әллә кайлардан, Өзбекстаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Кавказдан килделәр, менә монда килделәр дә, монда тынычрак, менә монда яшибез, монда эшлибез, монда акча табабыз диделәр дә, а менә монда шундый хәл булды, кайбер кешеләр, шул ук әлеге кыргызлар, үзбәкләр, таҗиклар калды, ә кайбер татарлар китте. А без аларны гаеп итеп түгел. Я не буду критиковать тех, кто уехал или не уехал. Просто даже те некоторые такие высокопоставленные, грамотные наши ораторы и имамы, в первый же день их не стало. А сейчас я им звоню, хазрат, как? Ну, наверное, вернусь. Слушай, ну ты же мне, ты же сам меня наставлял. Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Кул ля юсибана илля ма катаба Аллаху лана. Нас не постигнет ничего. А если постигнет, то Всевышний этого пожелал. Мы на шушынды смуты вақытында ешибіз. Шуның үші мұқтарам ғазиз қадашлар, Аллах Тәғаләнің вағдасы, «Кул ля ястақдимуна сағатан, ва ля ястақхирун». Аллах Тәғалә бір кішіге ғимірні насип етті екен 90 йыл яшарға. Аңар 40 яшында ес тапқыр покушение болса да, аны бір кімді ала алмай. Аллах Тәғалә бір кішіге әгер да зарар, вред хочет принести икән, зарар итәсе килә икән, беркемгә аңар файда итә алмый. Бөтенебез дә бер кешегә ярдәм итәсебез килә икән, Аллаһ теләмәсә, без аңар ярдәм итә алмыйбыз. Фа'алу лима юрид. Аллаһ Тәгалә Буруч сурасында әйтә: "Фа'алу лима юрид". Фа'ил дигән сүз бар, человек, который делает. А фа'ал усиливает также глагол. Фа'алу. Шакир шуку Бхарбер глаголның есть усиление. Мы нашу, что фа'аль диган сус, Аллах Та'аля сделает все, что пожелает. Фа'алю ма юрит. Мы нашу, что айберга без инанрат еш.
Мы на шуше айберга без шанарга тиеш, без должны поверить в это, так же, как поверить, вот поверили во Всевышнего, так же, как поверили в книги Всевышнего. Если мы не будем в это верить, так же, как поверили во Всевышнего, то у нас будет сомнение, у нас будут огорчения, у нас будет расстройство, у нас будет страх, у нас будет недоумение, и вот это нас будет гнобить всегда. За нами как шлейфом будет, и мало того, мы мужчины, мы должны быть сильнее, должны быть орлами, а иногда женщины сильнее мужчин. А мы сразу, некоторые уехали в первый же день, жену оставили, пятеро детей оставили, денег не оставили, уехали. Я спрашиваю, ты что? Да, наверное, вернусь обратно, хазрат. Астагфируллах азим. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال يا غلام إني أعلمك كلمات ابن عباس еще маленький был пеамбар صلى الله عليه وسلم شو كشكناغنا ابن عباس сузлар ирата обучает маленького мальчика. Мы обучаем своих детей таким простым банальным делам, банальным вещам. Мы своих детей обучаем, слушаем. «Ихфаз Иллаха, яхфазук». Аллахны сакла. Аллахны сакласан, Аллах Тааля сені саклар. Аллахны сакларга керек ме? Аллах Тааля мухтаж түгіл ан сакларга. Аллаху самады. Он не нуждается в нашей помощи и в нашем обережении. Но Аллахны сакла деген сөздің мағынасы Аллах құшқанны ішле. Намазда күн сайын оқиымыз. Ияка нағбуду ва ияка настағин, ихдина сиратал мустақим. Айя. Настави нас на истинный путь. Сиңа ғана тапшырдық ішімізді, сенің ғана ярдәм сұраймыз. Сиңа ғана инандық деп айтамыз. А қайбір уақытта шушы сөздерді ұнатамыз да тігінде барып ярдәм сұраймыз, мұнда барып ярдәм сұраймыз, тігінде притворяемся, мұнда документтер іздейміз. Аллах құшмаған нәрсе болмайды, жамағат. Аннан соң бұл біздің ватанымыз. Это наша родина. Родину не выбирают, как говорится. Вы можете сказать, да, хазрат, тебе легко говорить, тебе 65 лет и так далее, и так далее. Нет, джамаат, Аллах хушмаган нерсе булми бир кашанда. Все пройдет, но в истории может остаться так, что наши деды, наши дети, наши внуки потом будут эту картину проворачивать, по новой проворачивать, просматривать и скажут, вот дедушка нас или отец наш, субханаллах. «Ихфаз Иллаха, яхфазука». Аллахны сакла. Аллахны сакласаң, Аллах Тааля сені саклар. Икінші бір сөз бар. Кун мағаллахи, якун мағак. Будь со Всевышним. Не только на языке, вот здесь. Будь со Всевышним, где бы ты ни был. Утром проснулся, альхамдулиллях. Лег спать, бисмиллахи ллади, ля ядурру мағасмихи шайун. Каждый раз будь со Всевышним. Если ты будешь со Всевышним, якун маак, он всегда будет с собой, где бы ты ни был. Таджидуху туджахун. Ихфаз Иллаха таджидуху туджахка. Сакла Аллах Тааляны. Аллах Тааля сенің қоршыңа келер. Екінші бір хадиста таджидуку амамак. Иза саалта фасалиллах. Ва иза стағанта фастағаниллах. Сырасаң. Сыра Аллах Тааладан. Агар да ярдам сурит рамбусан, какую-то помощь, если тебе нужна, спроси сначала Всевышнего, а он уже знает, через кого. Аллахумма ла манига лима аатайта, ва ла муътия лима манаъта, ва ла янфау зал джадди минкал джадду. Син қаршы келгенне бір кімді қайтара алмас. Хам сыра Аллах Тааладан, Аллах Таала біле кімнің арқылы сіңа ярдам етерге. Агар да Умма, бір ғана кіші түгіл. Умма, бүтін үммет, бүтін халық жиылып та, сіңа нендей ғана болса да бір ярдам етем деселер, айы, аларының ярдамы сіңа тимей, агар да Аллах Тағала ярдам етем демесе. Ва инчтамағу ғала ән ядуррука бишайын, вәлән ядуррука илля бишайын, қад кәтаб Аллаху ләка ғалейк. Айы, агар да бәнделер бір үммет, халық, миллион кіші, сиған индидер зарар, какой-то вред, если хотят принести, то не принесут вред. У них не поднимется рука, Всевышний не даст возможность.
потому что Всевышний этого не захотел. Руфегатиль акляму ва джаффатиль сухов. Мына мухтарам азиз кардашлар, нига мен муну сөйлейм? Не от того, что кого-то к патриотизму я призываю, потому что здесь разные люди есть, разные национальности из разных республик. Просто хочу сказать, надо поверить в судьбу, надо поверить в предопределение и знать, что если Всевышний захочет, то эта вещь будет. Если Всевышний не захочет, то этой вещи никогда не будет. Еще хочу привести некоторые примеры из пророков. Пророки... Якуб алейхиссалям, Муса алейхиссалям, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, что они делали? Субханаллах. Они всегда призывали не печалиться, всегда призывали, чтобы терпеть. И конец терпения, оно всегда бывает золото. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кафирлер Маккадан Мадинага киткан вакытта Пайгамбарбиздин артынан жирдилер. Yüzlegen kafirler atlara atlanıp Peygamberimizni yuq etem degen vaqtda Abu Bekir radıyallahu anhu bilen Peygamberimiz tau teşigine kirdiler. Ghar al-Hira deb atala. Tau teşigine kirdiler. Şu vaqtda Abu Bekir jili. Abu Bekir radıyallahu anhu jili plaçit Abu Bekir. Представляете, Abu Bekir. Самый такой брутальный, самый сильный, самый смелый сподвижник, он плачет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, неге жылайсың ди? Айе, нәрсе ди, йоқ ди, мен өзім үшін жыламайм ди. Егер де бізді мен амында, екі бізді де өтірселер, ислам шуның біле бітешек, шуның үшін жылайм деп геш, ла тахзан инна Аллах маана. Екі сөз, ла тахзан, біршылма, қайғырма, ла тахаф, қорықма, инна Аллах маана. Аллах тағала біздің білен. Қайбір сахабаларны кафирлер өтірділер, йоқ еттілер. Аякларын кистілер, қолларын кистілер, зур-зур ташларыны қызған, 40-50 градус шүлді, в песках нагретый камень на грудь клали. Они не могли произнести ни одного слова, даже слово шахада они не могли произносить. Что делали? Палец, указательный палец поднимали, говорили «Аллах Акбар», «Аллах един». И они шахидами ушли. Шуның үшін мұқтарам, ғазиз қадашларым, қорқырға түгіл. Но өзі біздің ғайлә бізні, балалары бізні, әнии бізні, малы бізні, ерті бізні сақлап қалу бұл біздің іш. Айе Аллах Тағала әгерді, Аллах Тағала Құран кәрімінде «Ла янхакум аллазина юқатилуна фи». Аллах Тағала айтты, Аллах Тағала сізні игізді әгерді, игізден қуып шығармасалар, намазыңызға зарар кетірмесәләр, ашаған хәләл ризығыңызға харамны қушмасалар, балаларыңызды мысқыл итмесәләр, ғибадат қыларға сізгә мүмкіншілік бирсәләр, сіз алар белән яшәгез һәм бу сезнең ватаныгыз, ул ватаныгызны саклагыз диде. Шу мөхтәрәм газиз кардәшләр, шушы тәкъдиргә без иман китергә тиеш. Якуб алейхиссалам, ла тайас мин рухиллах. Никогда не отчаивайтесь от милости Всевышнего, деді. Бір қашанда Аллахның рахметінен үміт үзмегіз. А біз түрлі-түрлі сәбәплерін іздейбіз де, ищем разные причины, чтобы что-то освободиться, чтобы себя сохранить. Но только под концом потом, под концом возвращаемся ко Всевышнему. Ну ладно, надо уж тогда просить. Тогда в мечеть надо сходить. Тогда у муллы надо просить. Тогда садаха надо дать. Тогда, может, в понедельник попастимся. У кого-то рак, у кого-то там плохая болезнь. Он не думал об до этого про Всевышнего, не думал про этого, про намаз. А когда вот эта болезнь, сказали, что тебе осталось 2 месяца жить, он уже, ну ладно, тогда пойду в мечеть, тогда пойду к хазрату. Поздно уже. Шуның үшін Аллах Субхана ва Тағала нәрсе ди, айе, мына шушы бұғазыңызға өлім келгенше, ғарғара деген сөз, бұғазыңызға өлім келгенше, Аллах Тағаланы искә түшіргіз деді. Мұхтарам ғазиз қадашларым, мен тағы да бір сөзіне айтасым келе, башта өзіме, анарсың сізге. Айе, Аллах Субхана ва Тағала бізге мына шушы фитнаны, шушы фитна бұл, это смута, шушы фитнаны бізге бір сынау етті. Это испытание, это фитна, есть испытание. Что делать во время такого испытания? Что делать во время испытания?
Некоторые люди, которые вообще не знали, что такое Аллах, что такое пророк, что такое намаз, вот во время этого испытания начали просить книжки про намаз, начали просить книги про ислам, начали вспоминать Всевышнего и начали там что-то делать насчет религии. Это может даже хорошее испытание, если не было бы вот этого, он вообще бы не пришел. И поэтому бір қысқа ғана бір фитнада, фитна уақытында нешілерге керек, шуны айтасым келе, шуны білен вағазы біздің тамамынымыз. Ған ғоқба табну амир, радияллаху, ған ғоққал, күлті я Расулуллах, өмен нәжа. Міне шушы фитна уақытында, шушы фитна уақытында, шушы ғауға уақытында, шушы смут уақытында біз нешілерге тиеш деп сұры. Пиғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айта, Әмсік ғалейкі лейсәнік. Тіліңні ты. Придержи язык. Нет, очень трудно. И WhatsApp, и Instagram, и YouTube. Чего только не смотрим. Что, потом что-то до конца не поняли, да кому-то рассказываем. Туда звоним, сами не знаем, что творится. Кому-то говорим, кого-то учим. Вот во время вот этой смуты надо придержать язык. Просто придержать язык вот на эту тему. Но открыть язык. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, валя иляха илляллаху, валлаху акбар. Ла хауля валя куата илля биллахи лгалии лгазим. Ма ша Аллаху кяна, ва ма лам яша лам якун. Вот эти вещи, если мы будем говорить, вместо того, что передавать то, что услышали, то, что на WhatsApp, то, что на YouTube, то, что в других в Инстаграме, то фитна, она возрастет. Что делать во время вот этой фитны? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О посланник, в чем заключается спасение?» И он ответил: «Придерживай язык свой, больше времени проводи дома». Во! С детьми, с женой. В другое время у нас не было как-то времени на работе, там, здесь, а сегодня и работать не хочется, или кто-то у кого-то работа остановилась. Займись с супругой, займись помощью ей, займись детьми, помогай им. Возьми за руку, сходи в мечеть, сходи куда-то в стадион. Вот в это время придержи язык и занимайся семьей. И третье что? И оплакивай свои грехи. Оплакивай свои грехи. Нашел я Иисус, гнахларбыз бик көп. Біздің бары біздің да бик көп гнахларбыз. Аллах Тағала біле, һәм өзіміз білеміз. Бізге қарағанда Аллах Тағала яхшырақ біле біздің гнахларбызны. Кімдір ойлайды, от мына бұл Ғұсман хазірет чапан шалмада имам болып жүре, ол вообще гнахсыздыр деп ойлайды. Фәрішта, йоқ, ең гнахлы кіші мен. Мына шушы гнахларбызны и Раббым ғафу ит. أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته غمدا أو خطاء سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلمه ومن الذنب الذي لا أعلمه إنك أنت علام الغيوب يا رب بتنج نهلار من غفويت بالجان بالمجان خطا لنا بش لجان نهلار من بل بش لجان نهلار من غفويت يا رب سنن باش كبركم ده منهم نهلار من كوب ميكان بالمي شنو نش من غفويت تب من شو شو إيش أي بريبل نادز زنيمتص Вот во время вот этой смуты, первое, придержать язык, второе, заниматься своим домом, родителями, если они живы, дай Бог, а я своими детьми, супругой больше внимания уделить. И потом просить у Всевышнего прощения. И тогда очистимся. Ад-дуау силяхуль му'мин. На садиган сус, ад-дуау силяхуль му'мин. Силях – это оружие, это меч. Молитва – это оружие мусульманина. Даже если мы не можем чем-то помочь, даже если хотим куда-то пойти и нас не призывают, то тогда мы должны молиться. Молиться: «Аллахумма анта ас-салям, ва минка ас-салям, табаракта ва та'алейта я зал джалаль ва ликрам» деген сөзді білеміз. Нәрсе деген сөз? «Аллахумма анта ас-салям, о Всевышний Аллах, ты мир, син тынышлық, ва минка ас-салям, от тебя исходит мир». Тәбәрәкті ва тәалейті, и Раббым, сенің ісімің ұлы болды, хамда бітін тынышлық сеннен деп, Аллах Тәаләдің сұрағаты еш біз дұға білен. Аллах Субхана ва Тәалә ішіткені өзінің әмәл қылырға насып әйләсін. Аллах Тәалә шушы бәләдің құтылырға насып әйләсін. Бәндәшілік білен қылған гүнә хаталары бізді Аллах Тәалә ғафу әйләсін. Илләрі бізге, тіннәрі бізге Аллах Тәалә именліклер, тынышлықлар берсін. Хужаларымызға,
біздің хужаларымызға, президентімізға, премьерға, хакимият башлықларына, хам башқаларға жеңіл түгіл қазір. Алардың көп нәрсе сұрайлар, ілік сұрамаған нәрселерін сұрайлар, ілік талап етмеген нәрсе біріне талап етелер. Аларға жеңіл түгіл, и Раббым, аларға да күш бер, аларға да ихлас бер. Алар да біздің шекіліміне намазға келіп, ихласланып, шушы ғибадетке, сәждеге бассалары дедіп, сұрап қалыра керек. Шушынды көңілдерінің нішкерген уақытлары. Самое такое время, что как струны нашей души. Очень чувствительные мы, родители все. Многие людей не улыбаются. Я когда пол двенадцатого заглянул в мечеть, здесь только один ряд был. Я говорю, Ильнас Хазрату, что-то народу мало, наверное, не придут. Альхамдулиллях, пришли. Дай Бог, дай Аллах, чтобы количество наше увеличилось, и чтобы наши те, кто уехали живы и здоровы, вернулись, и чтобы в кратчайшее время Всевышний сделал мир на земле, в республике, во всем мире. Ваакулю каули хаза, вастагфируллаха аль-гаффара ли ва лакум, ва лисаир аль-джамаати аль-муслимин аль-хадирин аджмаин, иннаху хуа аль-гафуру аль-рахим. الجواد الكريم السميع الدعاء